Консультативный совет по делам национальности действует при главе города уже несколько лет. Его основные задачи – межнациональный диалог и недопущение межэтнической напряженности, с чем совет и его активные помощники успешно справляются. Достаточно много сделали, и практически все мероприятия, где-то в большей степени, где-то в меньшей, они не обошлись без вашего участия. Крепость межнациональных культурных связей показали результаты прошедшего полугодия. В городе силами татар, башкир, немцев, азербайджанцев, чечено-ингушей было проведено около 200 мероприятий. И это только за последние несколько месяцев. В мечети стала доброй традицией организация дней открытых дверей, где к гостям праздничным с праздничным приветствием обращался имам, проводилось знакомство гостей с историей мечети, организовывались экскурсии, предлагались угощения национальной кухни. На стадионе спорткомплекса «Олимпиец» прошли мероприятия в рамках татаро-башкирского праздника «Сабантуй». Организаторами праздника выступили активисты татаро-башкирского сообщества при поддержке администрации. В «Сабантуе» принимали участие руководители и члены национальных организаций. Это татары, таджики, башкиры, немцы, азербайджанцы, чеченцы и ингуши, а также гости. Творческие коллективы центров татарской культуры Кемеровской области. Регулярно имам мечети и активисты татарского сообщества проводят детские праздники. Сабантуй, Курбан-Байрам, Навруз – эти праздники знакомы многим горожанам, потому как проводятся они массово и гостеприимно, со спортивными состязаниями в традиционных костюмах и с угощениями. Национальные и религиозные сообщества Ленинско-Кузнецкого активно сотрудничают с другими организациями области и даже страны, а потому гостями нашего города нередко становятся представители других областей и республик. Такое взаимодействие помогает поделиться опытом в укреплении межнациональных культурных связей. Общественных деятелей из Совета по делам национальностей глава Константин Тихонов призвал активно сотрудничать и в этом году, тем более, что впереди 75-летие Великой Победы – дата, которая объединяет независимо от религии и национальности. Ольга Зимарина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.